Из того, что вы услышали, что вы для себя на заметку возьмете? То, что в большей степени то, что надо выстраивать отношения не только администрации с населением, но и то, чтобы само население работало в этой сфере и взаимодействовало вместе с предпринимателями, руководителями каких-то других подразделений и структур. Представьтесь. Севцов Юрий Владимирович, заместитель отдела муниципального хозяйства Краснодарского муниципального района. Угу.